Ищем остановку, ищем магазины в ближайшем округе здесь. Люди сказали, нам очень далеко. Магазин далеко, все далеко, это как его? Остановки общественного транспорта остановка, нет. Да. А мы чтоб так решили, чтоб семью нашу не напрягать, принимающую. Поэтому будем сами как-то выход искать и думаем, ну, думаем, что найдем. Так что вот так собираемся. Я сумку на всякий случай взяла, если до магазина дойду. Так что нам надо дойти, у нас форма посмотрела. Нет. Посмотрела, у всех подписчики как подписчики, а у меня какой-то сброд. Ну, не все, но вот большинство каких-то, знаете, вот каких-то действительно в такое тяжелое время, только вот это и слышно. Наша армия, ваша армия, наши, ваши. Слушай, давно хавали с одной помойки все, что россияне, что в Украине. Давно это было. А сейчас ваши, наши, только это такие гадости. Просто уж такие неадекватные. Поблокировала всех и безвозвратно. Безвозвратно. Так что... Мне на канале умничать никто не будет. Только я. Не, ну серьезно, так посмотрела, заходишь к людям, другим людям. Другие люди там в комментарии читаешь, нормальные, тут соболезнуют как-то, знаете, там сочувствуют такие. А тут только и пишутся. И каждый старается один перед одним одна показать, что она умнее другого. Боже мой, боже мой. А то как мне одна моя подружка. Пойдем, может, так потихонечку. Подружка из Германии. Когда-то с бедной Украины я ей посылала подарок. Вот. А потом она мне пишет, оказывается. Ой, Юля, это Таня Красташ назову. Юля, ты сделай себе карточку, а потом эту карточку социальную немецкую выставь, чтобы тебе помогали на это. А она не знает, живя в Германии, что это не мой, возможно. Ой, отойди. Ой, машина. Не знает, живя в Германии, что это невозможно. Это нарушение законодательного поля в Германии. Нет? А я тебе тогда на эту карточку помогу. Представляете? Я вообще посчитала. Ну просто вот я вам честно говорю. Ну, вот... ну сейчас я тебе помочь не могу. Сейчас я тебе не могу помочь, да. А говорит, на карточку вот эту социальную сделаешь немецкий. Я вообще, я просто в шоке. Ты знаете, такие стараются сделать, чтобы человеку было хуже. Завистливые. Просто уверены, да. Только у меня вот такой вот сброд, который вот только, я только может, то, знаешь, не до мужиков смотреть. Я понимаю, что откуда эта публика, знаете. Вот у недоделанных смотреть. И это от этих недоделанных, знаете, сидеть, улыбаться. Каждого, каждый говорит, у меня мужья есть, у меня муж в Германии работает, не покладая рук. Ну так кто на что учился? Я что вижу, то и говорю. Как тут население живет. До 12 часов работает, все, потом работа не кончается. Это мост. Все, пошли. 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 Та сторона мне не понравилась. Идем. Мы, короче, с Ларисой приняли решение, в ту сторону надо идти. Мы были там, под мостом. Не включается что-то у нас, не срабатывает. То ли связь здесь плохая. Навигатора нет. Да, навигатор хотели включить, не получается. Ну ничего. Лариса сказала, мы должны сами. Вот мы сами. Ну я думаю, что так прочувствую меня такое, что там можно мы до тебя ляпаем. И там, значит. Ну, может, мы и остановку разузнаем. И остановку там надо разузнать, да, так. На остановке вообще-то надо белякать час. Это как тоже. Некоторые очень умные, которые в Германии живут и говорят, ну такого быть не может. Ну быть такого не может, что в Германии нету ничего не ходит. Ну быть такого не может. Я им говорю, что может быть. Может быть. Ой, скоро мы поедем домой, скоро они поедут домой. Господи, да людям бы было бы куда ехать. Что вы от зависти, а вы прямо меня не знаете. Говорю, от зависти пишут, от зависти. Знаете, это зверские. Таких людей, вот как у меня на канале, просто я вам честно, есть такие... Классные люди, которые действительно... Девочка вот эта вот, что с Донбасса и то помогла. Так любят все животных, все любят животных. Ну, с животным что-то ни одного цента не выслали. Ни одного цента. Я бы слышала, слушайте, это просто жах. Мне не надо ваши там, знаете, подачки. Вы себе по
Ленин. Что только они пишут, что только это. Они переживают, а не надо переживать. Вы за своих мужей переживаете. Та Оксана переживает, что в подвале хавала хлеб с мужем Азером. Вот за ним... Сёмой вместе. Ага, и Сёму им давали. Они самые бедные, самые нищие. Потому что они активисты. Активисты. Ага, активисты тоже мне пишут. Ой, она там на... в Киеве чей-то самый покой не давала, со всеми ругалась. Нет, я... права качала. А, права качала я, права качала. Как-то так. А она права не качала, что пошла... Бомбят везде, все разрушается. Она к родичам пошла, а родичи ее не приняли. А потом пришла, и все говорят, ой, да она там этим родичам уже по горло стоит. Что она там на них только и полицию, милицию всего вызывала. Не хочу вот эти сплетни, не люблю эти сплетни. Такие сплетни надо смотреть в свой колодец. Она за чужими наблюдает. За собой смотри, за мужем, за сыном. Сын у тебя маленький, воспитывай ребенка. А ты, бедненькая, переживаешь за чужих. За других и за чужих все, бедная. Получишь мазу, тянешь. А что, даже читаю и просто, ой, а у нее килограмм. А та Оксана, слушайте, ну килограмм 130, наверное, точно. Еле, так я, слава богу, работала, слушайте. Я с 5 часов вставала, на ногах целый божий день. А она еле по общаге ходила. И она за мой весь переживает. Боже мой, я, это ж мое здоровье. За меня не надо переживать. За себя, за своих мужей, за своих детей, за своих родичей, то переживайте. А за меня переживать не надо. Куда я денусь, куда денутся мои животные, что будет со мной, куда мне дальше ехать или что мне делать. Кто меня будет гнать, а кто меня будет оставлять. Так что меня, за меня переживать совершенно не надо. Только за себя. Только за себя же переживать. Понятно? Так что, что ты не здороваешься? Не хочу и не здороваюсь. Что, это не вас, слушай, это вообще... Это что, тебе пишут? Ну да, там одна такая тоже. Женщина в бальзаковском возрасте решила мне научить жизнь. Ой, надо идти, хватит. Так, 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 все, машина поехала. Пошли. Этого замминистра обороны, который заявил, что мы снижаем активность военных операций. Деэскалацию проводим военных операций на Киевском и Черниговском направлении. Это мы завтра узнаем, состоялась деэскалация или нет, или это были только слова. Но Мединский уже сказал, новостей насмотрелся, теперь отдыхает. Вот это вот очень интересно. Ой, смотри, новости. Три бедные уставшие. Маленький. Буквально уже там через час на красивый сыночек. Не надо там... Батончик тоже отдыхает. Это не означает, что мы не хотим... Примерно так это звучит. Ну, во всяком случае, если вспомнить историю России, мы же знаем, что...